Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас обзор крутой корейской косметики с сайта Style Korea. Ссылочка на сайт будет у меня под видео, и давайте скорее приступать к распаковке посылки. Вот так выглядит посылочка прямиком из Кореи, и давайте будем ее открывать. Так, с какой стороны? Ну, давайте попробуем с вот этой. Так, ну, ножницы, вы чего? Ой, какой-то плотный скотч, прям даже не вскрывается. А уже очень любопытно посмотреть. Так, опа. Ой, какая там красота. Ой, так. Смотрим, что у нас здесь. Смотрите, как все упаковано. Ничего себе. Тут внутри две вот таких коробочки. Сейчас мы уберем эту большую. Вот такие. Какая красота. Ну, просто вообще. Две коробочки. Так, сейчас будем открывать и смотреть, что там. Как у нас эти коробочки скрываются. Ой. А, вот. Вот. О, какая прелесть. Они розовые внутри. Посмотрите, какая прелесть. Оформление просто потрясающее. Style Korea. Очень красиво. Вообще безумно. Вот так выглядит коробочка внутри. Смотрите, крышечка какая. Так, и что же у нас здесь в первой коробочке? Упаковано все замечательно. Тут такая пупырка. И здесь у нас три продукта. Блин, оформление просто вот загляденье, люкс. Так, это крем, по-моему, с розовой водой. Коллекция у нас на русском языке, к сожалению, здесь ничего нет. Так, да, здесь только английский и, наверное, корейский или японский крем с розовой водой. Очень красивая коробочка, прям супер. Так, сейчас откроем, посмотрим, как он выглядит. Тяжелая такая коробочка. Посмотрите, какая прелесть. Ой, тут чуть-чуть порвано. Оформление прям, ну, вообще потрясающее. Вот как он выглядит. И запечатан. Все отлично. Так, вскрываем. Ой, он розового цвета. Ничего себе. И он действительно пахнет розой. У меня из Болгарии как-то был парфюм на розовой воде. И вот запах похожий. Обалденный запах розы, цветущей розы. Вообще просто супер. Будем тестить с вами, девчонки, все это вместе. Так, отставляем крем. Что у нас дальше? Так, здесь у нас патчи. Патчи тоже с розой. По-русски здесь тоже на этой коробочке нет ничего. Красивое, безумно красивое оформление, прям люкс-люкс. Вот на подарочек кому-нибудь, мне кажется, любая девушка обрадуется вот такой вот коробочке, да? Так, вот сама баночка. Здесь все по-корейски. Сроки самые наисвежайшие. 20-й год. И посмотрим, как они выглядят. Лопаточка, крышечка. И вот они патчи. Они тоже розовые и с большим количеством светоотражающих частиц. Очень красивые. И пахнут так же, как кремушек. Так. Здесь, по-моему, у нас, если я не ошибаюсь, должно быть 30 пар. Если я не ошибаюсь, девчонки. Вот как они выглядят. Блин, красота вообще просто. Сейчас тоже с вами все это обязательно протестируем. Так, третий продукт из коробочки. Это у нас бальзам. Я так поняла, ну, перевела, что это ежедневное очищающее средство, которое удаляет даже тяжелый макияж легко. Как это выглядит? Здесь еще какая-то инструкция. Надо будет обязательно посидеть и все это дело перевести, как правильно наносится. Вот как выглядит баночка. Так. Здесь у нас, смотрите, под крышечкой лопаточка тоже. Вот такая вот штучка. Ой, это как баттер. Оно такое, как масло, девчонки. Так, а тут же, зачем она у нас откручивается? А, это просто крышка снимается, вот так. Как масло, как баттер, прям густое-густое. И никакого запаха, абсолютно никакого запаха, прям ничем не пахнет. Сейчас я обязательно переведу, все почитаю, как правильно пользоваться, да, и будем с вами тестировать. Так красиво, вообще супер тоже. Давайте приступать ко второй коробочке. Так, сейчас мы ее откроем. Красота неимоверная. Так, здесь у нас тоже пупырка и еще одна коробочка. Очень тяжелая, кстати. Все переложено. Просто вот по доставке, по оформлению. Прям вот красота. Так, что же у нас здесь в коробочке? Еще бы открыть ее. Она, правда, очень тяжелая, девчонки. А, она еще и запечатана у нас. Так, девчонки, вскрываем. Коробочка тяжело открывается. Вот это да! Красота нереальная вообще просто. Так, это у нас серум для лица. Здесь должен быть крем, да, кремушек. Давайте посмотрим, как он выглядит. Так, вот как он выглядит. Довольно густой. Это питательный крем. А, питание и увлажнение. Девчонки, у этой линейки вообще нет запаха. Крем не пахнет ничем абсолютно. И здесь у нас тонер. Еще тонер, он тоже, по-моему, увлажняющий. Сейчас понюхаем тоже его. Откроем.
тоже ничем абсолютно не пахнет. Девчонки, эта серия не пахнет вообще. Это так здорово. То есть она гипоаллергенная, я так понимаю. На сайте обязательно почитаю, там все написано про каждый продукт. Я уже залезла. Про каждый продукт подробный способ применения, большое количество отзывов. Почитаю, как правильно применять все средства, и будем с вами тестировать. Предлагаю наше тестирование начать с вот этой вот линейки, которая у нас с розовой болгарской водой, да, с болгарской розой. Я почитала на сайте, ознакомилась, как правильно применять средства, там все подробно расписано. И сейчас мы первым продуктом будем с вами тестировать очищающие... Так, очищающий получается у нас как бальзам, да? Очищающий бальзам. Он у нас наносится на сухую кожу, снимает даже стойкий макияж. У меня на самом деле сейчас на лице много стойких продуктов и стойкая подводка. И на бровках тоже стойкий продукт, поэтому сейчас проверим. На сухую кожу наносится, потом слегка смачивается водой, еще массируется лицо. И все должно быть чики-пуки. Так, девчонки, я камуфлировалась, полностью готова. Открыла продукт. Сейчас буду набирать его лопаточкой. Очень густой, по консистенции напоминает кокосовое масло. Так. Сейчас, кстати, по-моему, нет, на патчи из этой серии очень хорошая скидка на сайте. Там вообще можно выловить хорошую скидку. Они 590 рублей сейчас стоят по акции. И там, оказывается, 72 штуки. Получается у нас 36 пар за 590 рублей из Кореи, девчонки. Даже на Алиэкспресс нет таких цен. Так, смотрите, я взяла этот продукт на руки. И сейчас будем с вами на сухое лицо наносить. Знаете, когда наносишь... Давайте брови попробуем. Он прям, о, тает на лице. Слушайте. Бровки стерлись. Сейчас буду делать глаза. Буду делать глаза, девчонки, буду сразу смывать. Поэтому открываю воду. Такая консистенция приятная. Это действительно как масло. Я бы даже, знаете, что сказала? Как густое гидрофильное масло. Очень питательное. Прям вот видите, какая кожа лоснится. Пальцы так и ездят по коже. Знаете, лицо, кстати, знаете, такое увлажненное. Когда водой смываешь, несмотря на то, что гидрофильное масло, там еще что-то, все равно есть какая-то сухость. Здесь сухости вообще нет. Но это очень такой маслянистый продукт, интересный. Мне понравилось, знаете, никаких покраснений, ничего нет. Макияж вообще без труда и без следа ушел с моего лица. Давайте теперь тестить патчи. Кожа, кстати, такая вот, знаете, ну не жирная, как после такого масляного продукта, да, с учетом того, что она у меня комбинированная. Нет, все прям очень круто. Так, открываю патчи и будем сейчас их пытаться ложечкой разъединять и доставать. Так, первый пошел. Очень много пропитки, очень много сыворотки в баночке. Прям вот много-много. Они довольно тяжелые. Смотрите, какие они крупные по размеру. Я вот не знаю, девчонки, кто как прикладывает патчи. Посмотришь по сторонам. На блогеров, да, и вообще, кому как нравится. Я обычно широкой стороной вовнутрь. Вот так. А узенькой наружу. Да, некоторые делают наоборот. Но я буду делать так, как привычнее мне. Ну, прям очень много пропитки. Вообще. Так. Вот, смотрите, пока не съезжают. Такая, знаете, сыворотка. Похоже на средство с улиткой. Я прям то, что осталось на руках, еще разотру по всему лицу. Сейчас полежу с ними 20 минуточек и будем тестировать кремушек. Ну что, девчонки, пришлось снимать патчи время, да? Они поначалу сползали, поэтому я сразу легла. Все-таки это гидрогелевые патчи, а потом уже нет. Подсохли немножко. И сыворотки под патчами еще много. Прям хочется на верхнее веко ее тоже распределить. Пахнут они обалденно. Прям вот розовой водой. У меня была розовая вода, я знаю, как она пахнет. И именно болгарская. Прям точь в точь. Липкости нету. По эффекту. Ну, что могу сказать, девчонки, у меня нет видимых каких-то изменений, да, вокруг глаз синяков или морщин. Но что могу сказать, кожа такая, как будто упругая, что ли, стала. Немножко другой эффект от тех патчей, которые я до этого пробовала. Опробовала я их много, он немножко другой, и кажется, как будто вот какой-то небольшой лифтинг-эффект. Уголочек глаза, что ли, вот этот кверху поднялся, не знаю. Ну, классно, в общем, классно. С учетом того, что я сегодня на работе не спала ночь, у меня, в принципе, свежий взгляд. То есть я вторые сутки уже на ногах. Давайте тестировать крем. Так, где наш кремушек? Вот она, баночка. Открываем. Я хочу вот эту крышечку уже убрать. Отсюда, в принципе, она не нужна. И с нее сейчас крем возьму. Довольно густая консистенция. Сейчас посмотрим, как будет распределяться. Знаете, я чувствую, что он действительно питательный. Вот он прям такой питательный-питательный. Сейчас посмотрим, будет ли оставлять на коже блеск какой-то или еще что-то. Сейчас, кстати, он как нельзя лучше, потому что после зимы у меня иногда бывает, кожа все-таки подсыхает. Подсыхает местами, и я чувствую, что ей нужно питание. Я и на веки буду его наносить, и везде. Так. Прям такой питательный-питательный кремушек. Но он, когда распределяешь по лицу, да, есть категория кремов питательных, что ты их чувствуешь на коже. Этот я не чувствую вообще. Вот вообще не чувствую. Иногда бывает, знаете, от питательного крема масляная пленка остается, либо какая-то тяжесть на лице. У меня, допустим, это бывает частенько и практически ото всех питательных кремов. Здесь я его не чувствую на коже. Я чувствую, что она напитана.
И не более. Как видите, жирного блеска нет вообще. Это очень удивительно, с учетом того, что крем питательный. Я бы даже сказала, что оно матированное, что тоже как бы является для меня шоком, да? Питательный крем, они всегда оставляют жирный блеск на лице, здесь нет. Сами видите, да? Ну, в общем, супер. Супер, мне очень нравится этот продукт. Мне понравились эти все три продукта. Невероятно. Это какое-то новое слово в уходе тоже. Это... Я не скажу, что дорогой какой-то люксовый уход, потому что на сайте есть цены абсолютно разные, по карману любому. И когда там бывают скидки, можно мониторить и распродажи. Там внизу прям есть окошечко распродажи или какие-то наборчики, если покупать вот наборами, да, как мне пришли сегодня два набора. Это тоже бывает гораздо выгоднее, чем по отдельности, да, какой-то продукт брать, какие-то продукты. Вполне доступные цены. Вот я говорю, патчи со скидкой были 590 рублей. Я когда хотела заказать на Алиэкспресс патчи, баночки, да, таких цен на Алиэкспресс нет за такое количество патчей. Крем классный. Ощущение напитанности, никакой пленки, никакой липкости. Питание, увлажнение и, не знаю, какое-то сияние изнутри и матовость в то же время. Вообще отличный крем, я его даже на дневной основе с удовольствием вообще буду применять. Потрясающий продукт. Ну и все, девчонки, у нас вечер, а другую линеечку, да, вот эту вот синюю тоже очень красивую, завтра будем с вами тестить утром. То есть через несколько секунд я у вас уже появлюсь, а у меня пройдет целая ночь. Всем доброе утро. Продолжаем тестировать наш корейский уход. Сейчас, девчонки, я одену свою повязочку и буду очищать свое лицо. Я очищу его сейчас вот таким вот скрабом освежающим мицеллярным, чтобы подготовить к дальнейшему уходу. Итак, девчонки, я умылась. Берем с вами тонер. Тонер. На сайте написано, что сначала нужно нанести небольшое количество на ватный диск, а потом похлопывающими движениями по лицу еще пройтись. Слушайте, он такой густой. Он не сразу впитывается. Смотрите. Видите? Прям как маслица выливается. Но эта вся серия рассчитана как бы на увлажнение кожи, на увлажнение и питание. Я прохожусь по лицу сейчас. Она, кстати, вся вот эта линеечка синенькая гипоаллергенная. Она не имеет никаких отдушек, искусственных красителей и ароматизаторов. Так, тонизируем свою кожу. Вот вроде наносишь, и мгновенно впитывается. Она вид такой густой. Чудеса. Так. Прям как-то комфортненько стало коже. Пройдемся и по зоне декольте. А потом, написано на сайте, вот так вот пройтись еще по лицу. Потому что есть сейчас на данный момент слегка липкость. Но я думаю, она сейчас очень быстро пройдет. Да, уже все проходит. По мере впитывания тонера. Сделали массажик. Так, ну что могу сказать. Липкость прошла. Кожа опять же не блестит. Хотя как-то, вот знаете, стало комфортно. После умывания хотелось что-то нанести. И стало комфортно. Дальше у нас идет серум, да, сыворотка для лица. Мы пипеточкой будем набирать и наносить на лицо. Эта сыворотка содержит экстракт корня барбариса, по-моему, который чуть охлаждает. Если у вас чувствительная кожа, склонная к раздражениям, то убирает эти раздражения и успокаивает. Тоже гипоаллергенный состав, без отдушки. Так, я не знаю, девчонки, хватит. Это густой достаточно продукт. Так, ну, выдавливайся. Ой, вот так еще. Но густой, да. Густой, белого цвета. Никакого запаха не имеет. Распределяем сыворотку по лицу. И сейчас мне очень интересно, если она охлаждает, вообще это здорово. Это будет моя любимая летняя сыворотка. На зону декольте тоже. Текстура довольно легкая, но не скажу, что вода. Чувствуется, что этот продукт питательный все равно, но довольно легенький. Так, вот он практически впитался. Она сыворотка. Что чувствую? Ну, чувствую, что кожа напитана. Жирного блеска, слава богу, пока нет. Вот сейчас девчонке бы надо было патчи прикладывать. Глаза подопухли с утра. В принципе, все нормально. Лицо увлажненное, напитанное. Я бы даже на этом этапе остановилась, да, со своей комбинированной кожей. Но нам нужно протестить все. И очень хочется протестировать крем. Так, по поводу охлаждения. Вот тут вот где-то началось слегка, да. Ну, не сильно, прям вот чуть-чуть. Совсем слегка, прям чуточки. Давайте крем наносить. Это у нас тоже глубоко увлажняющий, восстанавливающий крем, который тоже гипоаллергенен. Так, вот так он выглядит. Небольшое количество возьму, потому что это тоже питательная линеечка. Он довольно густой, знаете, такой, как суфле. Нежное-нежное суфле. Будем наносить. Никакой отдушки, девчонки. Так интересно. Я и на веки его нанесу.
Здесь есть гиалуроновая кислота в составе крема и много вообще всяких полезностей. Я вам тогда, когда монтировать видео буду, сделаю вставочки с сайта с этими продуктами, чтобы вы видели и цену, и состав. Так, ну вот так, не хочется еще на декольте прям побольше нанести. И здесь уже в Т-зоне у меня есть небольшой блеск, да? Видите? Потому что довольно питательный крем. Если вчерашний с розой впитался и сделал кожу матовой, да, по факту, то этот нет, видите, блестит. Блестит, идеально подойдет для сухой кожи, у которой есть раздражения какие-то, даже воспаления, потому что вот эта сыворотка, она подлечивает их. Вот. Сухость снимет однозначно, и шелушение, это прям вот я чувствую. Ощущений неприятных никаких, увлажнение, напитанность кожи, она подготовлена к дальнейшему уходу. Я, конечно, сейчас посмотрю, как она впитается, так, если что, бумажным полотенцем сниму излишки, и, в принципе, все. Готова идти покорять мир. Красотка. Девчонки, ну, в принципе, крем не пришлось снимать излишки, он впитался и осталось на коже сияние. Вот что значит, да, корейский уход. Все достойно, все очень прекрасно, лицо такое разглаженное, как-то и мешки под глазами утренние тоже ушли. Поэтому такой даже питательный крем для моей комбинированной кожи очень хорошо подошел. Ну и в целом, девчонки, про эту серию. Что хочу сказать, мне понравилось, в принципе, все. Вот этот, конечно, кремушек ночной, питательный, я буду применять только на ночь, потому что на день он для меня жирноват. Вот. Остальные все средства вообще оставляют после себя безумный комфорт. Патчи, кстати, вчера попробовали вместе с соседкой, у нее есть мимические морщинки уже, и они здорово разглаживают, был виден прям эффект. И у нее кожа лица сухая, и ей вот этот вот крем с розовой водой, прям как живительная влага, очень понравился. Вот. Поэтому продукты все классные. Залезайте на сайт, мониторьте, внизу оставлю обязательно ссылочку, когда там бывают акции, потому что настоящий классный корейский уход можно взять за бюджетную очень цену. Рекомендую. Мне понравилось все. Я заканчиваю это видео, прощаюсь с вами. До следующих. Всем пока-пока. Люблю, целую.